Начало миссии. Так, дорогие друзья, у нас началась вторая карта. Приношу свои извинения за время на АФК. Максим, надеюсь, там откроет сейчас ставки на вторую карту. Так, ну а у нас начинается битва о празднике в атаке. И это, по сути, последний шанс зацепиться за еще одни 3 очка у команды Апрайзинг. Получится или нет, сейчас с вами посмотрим. Есть выход уже под Бэплэнд. От Никидрона есть минус пост Эфана. Это уже 4 в 3. Но из КТ спауну будет довольно тяжело. Скайлейк вообще играть в принципе. Но Тео может изменить ситуацию на карте. Надо попадать. И попадать причем не по одному игроку. И драйв отлетает. Отлетает. Нет, Никидрон живет. Но два игрока с КТ-спауна. У Никидрона должна быть информация. Но там реполз уже приходит. Реполз минус 1, минус 2 имеется. Это первый раунд за командой USG. Ну что ж, хорошее начало от Апрайзинга. В плейингом здесь немножко не повезло. Не повезло, но посмотрим, повезет ли во втором раунде. Джеффри на Аркадии, Зиги у нас играет, Тео под коннектором, и к нему здесь, опа, ближайший соперник, это Никидрон. Ну, а праздник играет довольно растянуто по карте, возможно, Вакуум попытается закрыть лоса, у него это получается неплохо, но там же на длине еще один игрок имеется, это Тео и Скайлейк. Но Тео здесь вообще вынужден на два фронта играть, Джеффри находит минус под шартом, и это 3 лонг в исполнении команды Uprising Team. Ну и давайте посмотрим, что получится из этого всего. Вакуум будет отстреливать вместе с драйвом, но у драйва уже 9 хп, поэтому, наверное, вакуум предпочтителен более, чем драйв в плане отстрела. Но драйв все равно играет очень агрессивно. Здесь вот, кто не знал, вот такая вот нычка на песке имеется. Сюда можно и гранаты давать. И просто выходить стреляться. И Тео. Тео взрывает триггер, погибает от хента, и один Скайлейк только под аплантом. И у Скайлайка большие проблемы, Риполз его закрывает. Ну и что же, Джеффри вместе со Стефаном вдвоем против 3 оппонентов. Микрофон включен. Микрофон включен, я просто АФК шел, ребят. Я вижу только сейчас, доходит с дилеем. Ну и бомба установлена под аплантом. Хорошая хаишка под вакуума. 51 хп ему оставили. Ну и Стефана с Джеффри. Джеффри через лонг. Но вот здесь, опять же, надо начекать репоуза. Репоуз сидит в крайне неудобной позиции для Джеффри. И Джеффри здесь погибает или нет? Нет, живет, но недолго. Есть информация у Хентая, что сейчас на коннектор к нему выйдет как раз-таки один из игроков. И он сразу же падает. И Стефана тоже никуда отсюда не уйдет, потому что его вакуум закрывает. Это 2-0 для команды USG. Плейнгом пора включаться. Здесь, в принципе, так-то не будем забывать, что первая плейн состоит из 5 раундов. И вторая также. Поэтому можно закрыть 5-0, и на второй уже не собраться. Желательно брать раунды. Напугал. Бу. 5 с 13, как-никак, а вы как хотели. Драйв вылетает все-таки вакуум. Вместе с вакуумом на лонг. В итоге вакуум погибает, драйв 5 хп остается. Но это 4 в 4. И выход под бэплэнд имеется. Хентай. А Хентай это здесь Джеффри может закрыть. А вроде да, была информация по Хентаю. И Хентай делает минус, 4 хп остается. Ну а кто же ответственен теперь за Бэплэнд? Стефан и Скайлайк вдвоем. Хорошая хаешка в плент. Хентай от нее отпрыгивает, видит репоузы еще на боковой. Ой-ой-ой. Но здесь шарта приходит Никидрон. И Никидрон, возможно, еще одного закроет. Но нет, Скайлейк имел информацию по своему сопернику. Ну и драйв с Хентаем. Какие же они битые, какие же они просто все нарейжены. Ну и Хентая слышит лос, конечно же, в пленту. И у Хентая всего 4 хп. И Хентай делает минус. Да ладно, репоуз идет стреляться. Есть минус от Скайлейка, но там уже с боковой должен драйв приходить. И оба рядовые, и драйв, и Хентай. Но Хентай погибает, и драйв 1 в 1 против Скайлейка. Что будет делать? Да ладно, он простоял АФК. Скайлейк берет супер важный раунд. Но Скайлейк ждал, конечно же, что... что просто будет дефьюз. Что просто будет дефьюз. Я надеюсь, это не краш. А, краш, нормально, нормально. Оказывается,
Это просто краш был, поэтому так вот игрок команды Uprising стоял и бездействовал. Вот так неприятный краш, вообще неприятный для команды Uprising. Могло бы быть 3-0 вообще спокойно, а так 2-1. И плейнгов этот раунд, я думаю, сейчас ой как раз задорит, если честно. Так, ну что, продолжаем смотреть, дорогие друзья. Первая половина на карте убежище. Uprising ведут 2-1 в атаке. Ну, в принципе, как и подобает атаке, так и надо себя позиционировать. Все-таки сильная сторона на карте убежище во многом для всех команд это именно атака. Ну и, на самом деле, на обороне тоже не исключена доминация. Гром, привет. Новые правила арены. Уже 9 раундов не играют. Да, Рафик, не играют. Играем как на мировом чемпионате. То есть, кто первый заберет 5 раундов. Кашел резко так говорить начал. Ну да-да-да, это я. Но вот Джеффри, опять же, энтрифраг имеется. Ну а то, о чем я говорил, окрылил, походу, предыдущий раунд команду Playing Esports. И теперь эти парни находятся в очень хорошем настроении, в очень хорошем состоянии духовном. Ну и посмотрим, Repulse будет ли выходить на боковой лет. Здесь его в любом случае ждет сюрприз в виде C5, вот стоящих здесь на стене. Вот эти сишки очень опасны, тем более две штуки. Ну и посмотрим, а Тео есть минус под коннектором. Тео, по-моему, да, избрал очень секретную позицию, которую мы с вами прекрасно все понимаем. Стоять в глубоком дефенсе. Тео пошел дальше пушить, но все-таки понимаешь, что там два оппонента. Но ему помогает лос в любом случае. Скайлайк, хорошая граната, вакуум также погибает, но он успел сделать размен под Тео. Ну и репоуз, 1 в 4. Ну и, возможно, пауза понадобится. Хотя только что была пауза. Ну и Uprising, я думаю, могли поговорить друг с другом, что да как. И лос ставит точку в этом раунде. Это 2-2. Это 2-2. И вот о чем я говорил. Тот самый раунд. Тот самый раунд. И сейчас будут аналитики в чате. А вот если бы... А вот если бы не крошанул... Ну, действительно, на самом деле, там, если бы не крошануло, возможно, раунд бы ушел по команде Uprising. Там 50-50 было, все-таки 1-2 рядовый. Ну, и там единственное, что на позиционку могли играть игроки команды Uprising и просто на удержание бомбы. Так что, ну, посмотрим. Тео по-прежнему под коннектором, Скайлейк, Мидл Пески, Джеффри Стефана, Бэплэнд. И, кстати, у Джеффри, походу, будет первый контакт. И он знает, что репоуз уже где-то близко. Не знает конкретно, что это репоуз. А вот по хентаю падает очень неприятный хэдшот. И репоуз дальше пикает. Есть отличный минус от репоуза. Если честно, я думал, он закончится ничем. Не чем-то хорошим, а чем-то плохим. Но все-таки лосы идут давить в Апленту. Тео под коннектором находит минус. Он знает, что в Аплент один из игроков команды Uprising просочился. Но он не знает, что именно на машину вакуум пришел. И вакуум делает минус. Скайлейк разменяет его или нет. Очень много времени на перестрелку потерял. Стефан уходит на КТ-спаун. И вакууму надо здесь просто жить. Уже дать репоузу и Никидрону занять Бэплент. А там Никидрон в итоге занимает еще позицию и под КТ. А сюда же на коннектор приходит еще репоуз. Это не будет Бэплента. Это не будет Бэплента в исполнении праздника. Это Аплент с установкой бомбы. И Стефана уже побежал через длину. И если кто-то из праздника туда решит вдруг пойти, я имею в виду либо репоуз, либо вакуум, то там их ждет уже неприятный сюрприз в виде Стефана. Стефана играет крайне избирательно, крайне медленно. Понимает, что соперник в теории мог здесь уже оказаться. Но по факту мы это с вами видим, что здесь никого нету. А в итоге Никидрон еще из коннектора придет. И он, по-моему, вроде как услышал Стефана. Стефан в итоге вообще очень далеко. Очень далеко Стефана.
Не знаю, с чем это связано. Почему вдвоем с одной позиции в такой ситуации играть? Ну, как-то, как по мне, это было неправильным решением, но здесь уже даже не успевают раздефьюзить. То есть, ну, откровенно говоря, Стефан очень неверное решение принял. Это 3-2 за команду Апрезника. Я сейчас даже немножко в шоке сижу. Почему на таком тайминге нужно бежать обратно через всю позицию? Но это все-таки, опять же, раунд преимущества для команды Апрезинг. Так, ну что, первый фраг за лосом в этом раунде. Минус игрок на длине, это драйв. Ну и здесь, опять же, Никидрон, возможно, пойдет под коннектор, где его, опять же, поджидает излюбленный соперник. Излюбленный, конечно же, в кавычках, просто он постоянен. Постоянен, как породистая собака. Ну и Тео здесь один в один будет стреляться против Никидрона. 77 хп у Никидрона остается, причем Тео даже двойные твоего ушки не тратил. А вот сейчас может и потратить. Первые хаешки полетели, Тео погибает, ну и теперь лосу придется очень непросто. Там с длины их еще на репоуз будет напрягать вместе с вакуум на пару. И вот, пожалуйста, два минуса под аплентом опять же имеется. Аплент проседает второй раз подряд уже у команды Playing Esports. Первый раз мена от Стефана имеется, это уже 2 в 3. Но вот хаешка в плент сейчас полетит. Кого-то она заденет, нет? Ох, какая же она шикарная была, но респоуз успел. Репоуз успел. И вторая также прилетает, и репоуза так и не дает поставить бомбу. И Джеффри понимает, что на ланге никого нет. Бомба была установлена. Так, ну вакуум на позиции машины играет. На коннекторе у нас Никидрон. И, по-моему, по Стефану уже была информация. Да, но и здесь, опять же, бенефис Джеффри должен быть. Видит репоуза в пленту, все, есть информация. Ой, вакуум на машине, вакуум. 14 хп, но Никидрон отлично помогает. Джеффри успел перевестись на репоуза, но все-таки 10 хп оставил. И там же вакуум еще был живой, в случае чего. Это 4-2 за командой Апрайзинг. Нужно брать пятый прям вот очень срочно, чтобы больше, так скажем, задел был перед сменой сторон. И более уверенно отыграть, соответственно, вторую половину команде Апрайзинг. Чтобы можно было больше ошибок допустить, если вдруг игра не пойдет. Ну а Тео аркады коннектора, минус по Никидрону, важнейший элемент команды Апрайзинг падает. Ну и там же еще репоуз получает немножко дэмэджа одной пулькой. Ну и Тео смело отсюда может ретироваться. По драйву залетело очень много, хотел сказать, гранат дэмэджа. Возможно, кстати, дэмэдж и был нанесен гранатами. 13 хп. Ну и команда Playing Esports должна брать этот раунд, потому что, ну, все благоволит этому. И 13 хп у драйва, и энтри-фраг от Тео. Причем сами команды Playing Esports, ни один из игроков не пострадали в перестрелках. И здесь выход по драйву, судя по всему, будет. И Тео, возможно, пикнет этот мидл. Тео вообще не усидчивый сам по себе игрок. Ему постоянно нужно куда-то аркадить, куда-то пушить. Но в этот раз он все-таки более избирателен к своим позициям. Так, по репозу есть информация. Джеффри быстренько должен занимать сейчас дом. Но он также еще ответственен за шорт. Где, кстати, возможно, будет на перспективе играть драйв. Но вот Скайлейк. Скайлейк пока что не очень видно на карте. Возможно, потому что под центр вообще не ходит команда Апрайзинг. Ну а три игрока USG готовы уже выходить через боковую на Б-плент. А там Тео уже идет в спину, и по нему была информация. И Апрайзинги вынуждены, ввиду этой аркады от Тео, делать уже какие-то решительные выводы и выходить в плент. Но вот от драйва хента есть по минусу. Драйв 13 хп всего лишь, и он погибает. Но там Тео в спине, про него забывать ни в коем случае нельзя. И вакуум его контролит. И вакуум делает минус. И Стефан, это 1 в 2 остается. Репоузы здесь стреляться вообще ни в коем случае нельзя. И опять же, какой же обидный раунд сейчас отдадут, скорее всего, плейнги, если, опять же, Стефана здесь не потащит. 59 хп, и все-таки минус от репоуза. Это 5-2, первая половина за командой USG. Ну и похоже, все идет к третьей решающей карте. Ну или же команда Playing просто выиграет сейчас 5-0, либо 5-1. Или же также 5-2, и тогда будут допы.
Герман, у тебя, видимо, проблемы в клиенте игры, в текстуру проваливаешь. Нет, не проваливаюсь, это я просто летаю так. Так что все нормально. Без паники, господа. Так, ну что, вторая половина. Плейнги теперь играют за атакующую сторону, а прайдинги, соответственно, будут обороняться и стараться не допустить установки бомбы от террористов в виде Плейнг Esports. Ну и поехали. Первый раунд. И Плейнги сразу же стремительно играют под коннектор. Мидл, возможно, от Хинтай аркады на коннектор. И ты уже об этой аркаде осведомлен. И Хинтай, да ладно, делает минус. Зря, мне кажется, ты его взял гранату. И это мог делать этот фраг, в принципе, без проблем. Но Никидрон погибает. При этом еще остается родовый Хинтай. Но Вакуум успел еще и минус дать по лосу. Так что плюс один имеется у команды Uprising. Но что будут делать Плейнги в этой ситуации? Джеффри и Стефана готовят выход под Б, судя по всему. Ну а драйв здесь будет блюсти порядок под позицией Б-плента. Есть информация уже по двум игрокам на боковой. Но нет конкретной инфы, что это именно двое. И Джеффри на гранату может сейчас наступить. Наступает совсем немного. 34 хп ему сняло, но Стефана делает минус. Там на КТ-спауне репоуз. А репоузу пикать вообще здесь невыгодно. Там всего лишь 13 хп, но вот разве что вот такими префайерами лупить по боксам ближе к боковой, тогда да. Но стиралку на самом деле очень редко кто занимает, хотя позиция довольно нечитаемая, пусть она здесь институционная, но ее очень редко играют. И там, кстати, сишки, по-моему, в плен положили игроки команды Playing Esports и Skylake это, по-моему, сделал, и Skylake как раз-таки уходит. И какие же классные сишки. Но на самом деле, с первого взгляда их можно и не зачекать, если честно. Но Uprising, я думаю, будут более внимательны, нежели я, потому что я бы точно не заметил. Так. Никто не заметил пока эти... А, нет, заметили. Заметили, ну и что? И пошло выбивание. Вакуум дерется. Минус один есть. Джеффри на размене. Еще да ладно, Skylake, как же ты далеко находишься, друг. Бомба деактивирована. Это победа USG в первом раунде на смене сторон. Соответственно, счет 6-2 на табло. Талибасик, здорово, 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 Талибасик. Не с кем ему играть. Иди, учись соло ФПП играть. Так, ну что, поехали, а Тео, есть энтрифраг. Но опять же, Тео тот человек, который может брать бразды правления на себя. И вот снова это проявляется как-никак кстати. И репозу он еще оставил очень битым. В итоге два игрока битого апрайзингов. Ну вот Вакуум, фул... А, нет, Вакуум не фуловый. Вакуум как раз-таки очень не битый. Но ему здесь под Аплантом, по сути, это счастье-то и не сыскать. Лос его приходит и закрывает. Есть минус, но и репоуз 1 в 4. Бомба была установлена. Итого. Итого, что мы имеем. Поставленная бомба на Б-планту. Один игрок у команды апрайзинг с 42 хелспоинтами. Лос, который будет в спину явно выходить репоузу. И делает это очень классно. 1-1. Ну что же. Если Плейнги хотят выиграть просто на этой карте, то надо забирать 4 раунда подряд. Если хотят на допах, то еще один раунд отдать можно. Но я думаю, апрайзинги очень хотят забрать эту карту. И дальше уже выходить на третью. Так, ну что, пока без энтрифрага в этом раунде у нас спустя 27 секунд, 25. Ну и первые прокиды полетели. Там уже у нас под мидом, снова война, и снова Тео, и Джеффри в этот раз подключается. Трипл здесь размен моментально, минус также Стефан имеется на мидл ворота. И у нас остается Вакуум на коннекторе. Прочекает ли здесь его Джеффри или нет, пока непонятно. Но драйв вынужден занимать более-менее агрессивную позицию, чтобы дать ранее информацию своим тиммейтам. Стефана идет стрельба, и 7 хп и 0 у драйва остается. Вакуум 1 в 4 в очередной раз. Ну а Джеффри здесь уже ждет своего оппонента, не попадает, ну и Вакуум, Вакуум, Вакуум стреляется, но там моментально с длины приходит лосс, ставит точку в этом раунде. Это 2-1 за Плейнгами на смене сторон пока что, ну и третий вообще нежелательно отдавать апрайзингам сейчас. Посмотрим, что там будет. Очень важный раунд. Очень важный раунд. В плане морали для двух команд сейчас. Как апрайзинги могут уже рассчитывать минимум на допа, ну и максимум, конечно же, на победу.
так и для плинков, которым может последующие два раунда закончиться также победными, тогда будет победа на двух картах по итогам этой встречи. Но есть минус от Skylake по вакууму, и Хентай теперь вынужден играть вообще на два фронта, это коннектор и длина. Ну а что делают Плейнг и Спорс? Драйв один под Б, как же сейчас за прайзинги стянулись, и Драйв идет искать фраг. А если он умрет на этой ранней позиции, в ранней, в том плане, что она очень близко находится к выходу с боковой, то он опорников под Б вообще не останется, это будет свободно установленный Плейн под Б. Так, и видит его, видит Драйв, отличный хэдшот, но все-таки Джеффри его разменивает, это 4 в 3. Но Никидрон стреляться, конечно, имеет право здесь, если заметит кого-то из своего соперника, вот, пожалуйста, Джеффри подставляется. Но Джеффри здесь, как по мне, сыграл немного нелепо, в том плане, что, имея преимущество, вы можете просто сыграть и на большинством и закрыться, да, вот дом, боковая, и опять же, ну вот уже BC-шек, как я вижу. Ну вот, или просто мог остаться вот здесь, под секрет руму, под козырьком, и стараться чекать игроков при выходе с боковой. 2 КТ, 1 Зигу, команда Uprising. Посмотрим, как здесь Хентай сыграет. У него крисы как раз-таки. Патронов еще более, чем предостаточно. Но здесь Тео будет его встречать в упоре. Есть минус от Хентая, есть минус от Стефана. Но Хентай пойдет сейчас давить. Хентай идет давить. Есть минус раз, но минус 2 отменяется. Потому что Skylake ставит шикарный хедшот по Хентаю. Это 3-1. 3-1. Так, ну что? Вот если сейчас заберут раунд команды Playing Esports, ой же как по нервам будет бить команде Uprising следующий раунд. Полетели проки 2 плана. Такое ощущение, что это выход под А, именно. Хентай погибает, свап оружие. Ну какой же вот этот свап неприятный. Сколько раз про него было разговоров, и все коту под золотые его... Эти, ну вы поняли, хвост, конечно же. Драйв 1 в 4. Никуда не выходит. Это, походу, 4-1 сейчас будет, если, конечно же, здесь невероятные какие-то хедшоты. Инста не залетят от драйва. Но вот о чем я и говорил, что плейнги могут выиграть 5-1. И если они выиграют следующий раунд, так оно и случится. Но драйву и компании ни в коем случае унывать нельзя. Есть минус раз от драйва, но это, к сожалению, все. Это, к сожалению, все. Счет на табло становится 6-6. И если плейнги берут сейчас, они побеждают. Если берут апрайзинги, то это как минимум допы. И если... берут еще, то есть, два раунда подряд апрайзинги, то они побеждают. Ну а чтобы была ничья, нужно плейнгам брать следующий раунд, если этот проиграют. Аркада Ланга! Аркада Ланга, и здесь лосс немножко понарейдили. Вакуум идет стреляться. Вакуум 33 хп, есть минус от репоуза уже. Энтри фраг отлично. Вы можете еще и забрать Skylake. Skylake убегает. Тео успел разменяться под шартом. Будет выход по драйву. А драйв там абсолютно один, там два игрока. Сейчас Джеффри и Стефана будут к нему выходить через боковую. А через шорт уже Тео выходит, а Тео вообще даже не понимает, что здесь происходит. Драйв падает у нас под Бэплантом. Это 3 в 4 ситуации. Драйв. Драйв не помощник своей команде. Алиэкспресс, отстанет меня своим давлением, пожалуйста. Хентай, репоуз, вакуум, 3 в 4, установленная бомба. Джеффри опять же может допустить ошибку. Куда же ты пикаешь? Зачем же ты подставляешь свою команду? Вакуум закрывает еще на аркаде Skylake. Что творится на этой локации вообще? Ну здесь только Тео может спасти свою команду. И Хентай выходит, стреляется, и Стефан остается 1 в 3. Ну и Стефан, есть минус раз. Но там с боковой к нему придет сейчас вакуум. У вакуума всего 4 хп. Вакуум погибает, это 1 в 1 против репоуза. Ну что же. Это доп или победа команды Playing Esports? Доп или победа команды Playing Esports? Хорошая хаешка Стефана, и Стефана делает минус. Это победа команды Playing Esports со счетом 7-6. Как же Стефана забожил, ну и как же Джеффри подставил одновременно с этим свою команду. Пик под Зигу был на самом деле крайне лишним. Ну это ГГ, я праздник, я думаю, крайне расстроенный. Да, здесь даже, по сути, ГГ в ответ не написали праздник. Ну понятное дело, такое поражение бьет по морали очень сильно. Ну что поделать? Что поделать? Это спорт, и здесь... Ну тоже надо уметь проигрывать, конечно же. Ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Ставок, прошу прощения, за мой голосянский уже подсаживается под конец.